Здравствуйте! Одно из важнейших умений для выставочной собаки – умение концентрироваться. Далеко не все собаки обладают хорошей концентрацией, но ее можно и нужно развивать. И я хочу показать вам простые базовые упражнения, нацеленные именно на это. Помогать мне будет мой родезийский риджбэк Джаз. Начинаем выполнять упражнения дома в спокойной, привычной собаке обстановке, без лишних раздражителей. Берем в руку вкусно пахнущий кусочек, сажаем или ставим собаку перед собой и показываем собаке, что у вас в руке есть лакомство. Затем мы начинаем делать небольшие круговые движения рукой с кусочком перед мордой собаки, добиваясь того, чтобы собака следила за рукой в одну сторону и в другую сторону. Обязательно отдавайте собаке кусочек после правильного выполнения упражнения. Постепенно отдаляйте руку от морды собаки и увеличивайте радиус круга. Обратите внимание, что собака остается на месте и не вскакивает. Следить за рукой она должна только взглядом, поворачивая голову. Если собака отвлекается и теряет концентрацию, напомните ей, что у вас в руке очень вкусный кусочек, дав его понюхать. Усложняем задачу. Подбрасываем кусочек, и собака должна его поймать. Не стремитесь сделать из своей собаки акробата. Не надо бросать кусок высоко или в сторону. Ваша задача – работать над концентрацией. Достаточно просто подбросить кусочек в сторону морды собаки. Если собака сконцентрирована и следит за кусочком, она его легко поймает. Если же собака отвлеклась, случится авария. Вот как у нас с Джазом. Следующий шаг – выполнение этих упражнений на улице, рядом с раздражителями. Прохожие, другие собаки, интересные звуки. Выйдя на улицу, начинайте с легкого. Сначала ваша рука должна быть совсем близко к морде собаки. Затем вы можете отдалить руку и увеличить радиус круга. Ну а в завершении можно переходить и к ловле брошенного кусочка. Хорошая концентрация поможет вашей собаке четко работать на выставке, не отвлекаться на других собак, звуки, ходящего вокруг судью, чужие игрушки или лакомства. Выполняйте эти упражнения каждый день для достижения наилучшего результата. Удачи и побед!